Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 4 H&M Spring Summer Mix. Страна Швеция, демисезон. Количество в мешке 35 штук, вес мешка 7 килограмм 650 грамм, микс женский и мужской. Футболка размер М, хлопок. Такая вот как блузка. Размер L с широкими плечами. Футболка. Размер S, но удлиненная. Сзади вот таким рисунком и с переливом она, с переливочным оттенком. Водолазка с джемпером, облегченный размер XL. Стойка вот. Брюки классик. Черные карманы потайные на молнии. С той, с другой стороны. Молния. Размер 44. Такой средний стрейч. И вот джинсы стрейч, размер 36, карманы, молнии, выточки под ремень, сзади карманы, завышенная посадка. Такой жакет брючного плана, размер 38, здесь вот он с кольцами, то есть он идет взахлёст. Шорты размер 38 на резинке с карманами. Комбинезон размер 34. Рукава идет сборка. Можно как бы их сделать и прямыми. Здесь они с завязками. Такие прямые будут рукава. Здесь вот резинка. Здесь вот комбез короткий. Могут так быть и в сборку. Сзади спина вот так оголенная. С таким вырезом. С карманами также. Шорты джинсовые, мужские, размер 33, это карманы, такими драностями, так с пачками, интересной краской, здесь также махровое все. Джинс не стрейч, плотного материала, хорошего качества, сзади также карманы, выточки под ремень молнии. Шорты размер S с лампасами красными. Такая вот майка, футболка на одно плечо, размер XL. Футболка размер S. В лоте может попасться 2-3 вещи мужские. В основном это женское все идет в H&M. Такие вот белые классные джинсы с такой вот косой. Имитация карманов, молнии, выточки под ремень, сзади карманы, стрейч. Размер 44. Такая юбка пышная. Размер XS. Внизу он также на резинке. Платье. Сзади потайная молния платья в рабочем состоянии.
цвет пудровый, размер 32. Нежное, красивое платье. Такие вот брюки красивые, с таким вот поясом, завышенная посадка, молния, выточки под ремень, ремень, пояс имеется. Такие вот с переливом, черные карманы имеются также, размер 38. Какая красивая блузка, размер 32, лямки регулируются, здесь как фонарями идут, свободные. Брюки темно-синего цвета, карманы, облегченный, не стрейч, пояс даже имеется в наличии. Размер 36, сзади карманы, их нету. Имитация карманов с пуговицами, темно-синий цвет. Такое вот платье сбоку, потайная молния и пуговица. Размер платья 34. Такие кожаные брюки. Сбоку молния с пуговицей внутренней. Карманы косые. В свободном крое они здесь. Здесь они как просто обрезанные. Молнии нету, выточки под ремень имеются, сзади карманов также нет. Размер 42. Такая блузочка, размер 32, на резиночке здесь. Рукава также с резиночками. Блузка размер S. Почему-то эта модель во всех лотах. Она то ли она свободного покроя, но у нее достаточно плечи широкие. Примерный размер ML. Джемпер размер S. Джинсы, завышенная посадка, стретч с такими стразами. Сзади они просто темные. Пуговицы, карманы, маленький карман, выточки под ремень. Сзади карманы, размер указан 31, на рост 170. 38 примерно размер, 40. Ну и мелочь, полукупальник сзади завязками, лямки у него, конечно же, регулируются здесь вот. Такой нежный полукупальник, размер полукупальника 44. Размер 38 полукупальник. Размер 38. Размер 32. Носки. Кодек. Носки не тонкие. Капроновые носки бежевые. Также вам даются бирки H&M и лямочки. Спасибо за внимание.